29 сентября 2023 год. Дублирую второй файл, чтобы не был громоздким. Первый. Вот уже тут я вижу и пятна на солнце, смотри какие. Без всяких светофильтров, без всяких приспособлений. Просто снимаю на фотоаппарат Nikon Coolpix 5000 ISO 125. Выдержки минимальные, конечно. Ты посмотри, как четко видно это пятно. Ух, вообще. Дымка очень серьезная. Она даже не позволяет автофокусу фокусироваться на каких-то объектах. Но благодаря этой дымке в атмосфере, взвесь влаги, там я не знаю чего это, мы можем вон какие пятнышки наблюдать. Ты посмотри. А вон какое, вау, вау, еще раз повторяю, никаких у меня нет светофильтров, просто дымная атмосфера, дымчатая и безжалостное отношение к своему фотоаппарату и его матрица. Капец. Да. Вот что называется. Во всяком. Дискомфорте. Ну, думаю, тут ничего лучше не сделаю, потому как дымка, конечно, как помогает нам без фильтров снимать. Пятна на солнце, но также она нам и не дает навести резкость. Какое-то супер-мега пятно. Понимаете, ребята, что вот это пятнышко черненькое, оно больше размером, чем вся наша Земля. 12 тысяч километров в диаметре. Я, наверное, уже не буду я играться. Да, сегодня полнолуние, Луна в Перигее, ближе всего к Земле по своей орбите Луна. Так что сейчас пойду еще и МКС снимать. Ну ладно, ладушки, 29 сентября 2020.